Привет всем, друзья! А вы знали, что можно сделать из двух стеклянных бутылок? Такие самоделки, которые вам обязательно понравятся. И вы захотите их повторить. На бутылках маркером нужно нарисовать, как показано на видео. Нарисованные места хорошо замотать скотчем. Скотч хорошо разгладить, чтобы он идеально прилип. То же самое сделать со второй бутылкой. Болгаркой с алмазным диском по нарисованным местам выпилить, скотч стеклу не даст расколоться. Снять скотч. Все стеклянные детали помыть. Все острые края на наждачной бумаге стереть. Свечки в алюминиевых стаканчиках добавить понемножку лампадного масла. В отпиленную половинку бутылки с дном налить воды. Получился красивый стакан. Обрезки от бутылок поставить на свечи и свечи поджечь. Проявив хитрость, таким способом сделали три очень классные самоделки, два стекла для свечей, которые ветру не дают затушить огонь, и оригинальный красивый стакан. Кому такая хитрость и идея для самоделки была интересна и полезна, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи, пока!